ЦИК России принял решение о регистрации Михаила Прохорова. Максим Катаев подробнее о президентской кампании. Итак, к президентской гонке 100% допустили 5 кандидатов. ЦИК России зарегистрировал Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского, Сергея Миронова, Михаила Прохорова и Владимира Путина. Светлана Пиунова не собрала нужных 2 миллионов подписей. Ринат Хамиев и Виктор Черепков политические автографы не предоставили вообще. Судьба Дмитрия Мезенцева и Григория Явлинского под вопросом. Но, скорее всего, по мнению ЦИК, этих кандидатов тоже снимут с дистанции. Их подписные листы эксперты поставили под сомнение. Центральная избирательная комиссия отбирает методом случайной выборки 20% подписей от необходимых для регистрации в качестве кандидата и осуществляет их проверку. В случае выявления 5% недостоверных или недействительных подписей от отобранного количества производится дополнительная отборка еще 10% подписей от представленных для регистрации кандидатом. В случае, если и в этот раз будет обнаружено 5 и более % недостоверных и недействительных подписей, проверка прекращается и принимается решение об отказе в регистрации кандидата. Кроме президентской, в республике стартует еще 14 кампаний. Воркутинцам, например, предстоит избрать своего депутата в парламенте Коми. В борьбу за этот мандат включились представитель Компартии Сокол Жириновского и 3 самовыдвиженца. Зарегистрированы 2 кандидата. Оба кандидата выдвинуты партиями. Один кандидат, который выдвигался в порядке самовыдвижения, ему отказано в регистрации, так как он не предоставил документы, необходимые для регистрации. Один кандидат написал заявление об отказе баллотироваться. И вот еще остался последний, 5-й кандидат, по которому избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия города Воркуты, должна принять решение не позднее 1 февраля. 4 марта в полном составе сформируют советы Троицко-Печорска, Кожвы, Каджирома, Путейца, Озерного. А в Нижней Омре пройдут досрочные выборы главы. Вакантные места есть и в советах 7 городов и районов. Наибольшая активность в Сыктывкаре и Воркуте. Здесь 9 претендентов на мандат. Наименьшая в Прилузском районе. Всего 2 кандидата. Максим Катаев, Олег Жуковский, телеканал «Юрган».